В американском штате Мэриленд в воздухе столкнулись вертолет и учебный самолет. Погибли 3 человека, еще 2 пострадали. После жуткой катастрофы оба воздушных судна рухнули на землю. Самолет застрял в кронах деревьев, а вертолет, рухнув на землю, превратился в груду металла. Кто был за штурвалами и сколько всего человек было на борту летательных аппаратов, пытаются выяснить следователи. Начато расследование.